Отличной музыки, которую подготовил Саша Дезетьеров. Вот, и мы джаз-бендом играем на большой сцене театра РАМ. Пришел классный басист Роман. В общем, еще тот. Да. Роман джаз любишь? А вкусный джаз? Вот, Роман – это тот человек, который делает джаз вкусный. Следите за нами, приходите на спектакль и подписывайтесь на страницу Никита.com. Даже если вам не нравится то, что я вам сейчас говорю, подписывайтесь, комментируйте, хвалите, ругайте. Роман, скоро принесет кофе, он тоже будет. Ну вот подошел наш любимый Антон Слепченко. Он, наверное, сегодня перетрудился на студии, с Абьюзик. Музыканты потихоньку забираются. Они одновременно и добрые, и злые. Скоро пойдем на сцену. Выходим из буфета, идем по закулисьям театра. А самое интересное, лифт здесь старенький такой, в центре города. Идем. Разные люди сидят. Гримерки тут. Ой, чуть-чуть. Гримерочки тут. Зеркальце такое, там саксофон. Здесь костюмеры всякие интересные. Штучка. Ну вот идем, идем, идем. Заходим к сцене. Вот главный актер. Здрасте. Это человек, который все держит в своих руках. Здрасте. Здрасте. У нас здесь. О, я сейчас поздороваюсь. Пожалуйста. Миша, спасибо. Антон. У меня есть все как в Греции. Идем, идем на сцену. Заходим. Приветики. Всем привет. Саша Дезетьеров. Здравствуйте. Он умеет все. Он я только учусь. Играет. Он изображает. Что-то изображает, пишет. В общем, много всего, даже таких слов я не знаю. Хорошо. Спасибо. С ним очень хорошо. Спасибо. А это вот сцена. Сцена. Это? У нас большой зал. Театр РАМ. Сейчас. Сейчас вот мы здесь находимся. Звукорежиссер к нам идет. Сергей, да, подходит звукорежиссер Сергей. Все это подзвучивает, озвучивает. В общем, я тут на сцене выхожу. В общем, вот так и все. Вот актеры здесь. В общем, будем сейчас разбираться, собираться и настраивать звук. И начинать репетицию. Включили наконец-таки свет, я здесь доминиатики, в общем, снимаю, тут много актеров там, они в хоре. Свет, дым. Свет, дым. Это у нас звезда на барабанах, звукорежиссер и барабанщик в одном флаконе. Роман, басист. В общем, ребят, подготовка идет. Миша там с документами что-то делает.
чекаемся, чекаемся. Миша играет. Миша все время на чеках играет разные. Разные треки. Разные. Ребята, сейчас такой, сейчас 80-е годы. Картошка. Картошка. Засуха. Суховей. Требует другую музыку. Потихонечку продвигается. А я знаешь, какую песню еще знаю, Саша? Так, давай. Лёва пришел в списке. Предпремьерный прогон на зрителя. Так, идет работа, процесс. Вот. Производство музыки для спектакля. Саша работает с Мишей. Можем? Да. Готовят сцену. Вот у нас сцена, мы здесь играем. Режиссер спектакля «Душа моя Павел» Алексей Владимирович Бородина. Художественный руководитель театра «Рамт». Скоро будем играть. Так, а здесь вот происходит координация спектакля. Готовили спектакль где-то месяца три. До этого еще работа была. Сейчас спускаюсь в зал. Вот. Показать, что здесь как в зале. Вот так приятненько. Такой театр. Довольно-таки большой. Там вот звукорежиссер. В аппаратной. Даже не в аппаратной, а прям в зале. Вот эти стол там. Таким образом все происходит. Все уже готово. Ждем зрителя. Вот, кушаем, пьем чаек, кофеек и ждем начала спектакля. Проверяют свет.
сцену готовят к спектаклю. Спектакль начался. На вопрос, откуда, я всем отвечаю, как ты учил. Я собрал саксофон. Скоро пойду на сцену. Но ты не подготовился. На тебя так рассчитывали, надеялись. Кто рассчитывал? Ну, профессоры всякие рассчитывали. Доценты, преподаватели. Всем хотел бы такого молодца учить. А ты взял и всех подвел. А по что подвел? Миша пошел играть. Не полевую, Павел. Слушайте, а... Может, не стоит, да? Ну, потихонечку. Ничего никто и не увидит. Раз, вот. Все мои дети со спросами. Да. Я эту книгу не очень хорошо помню. Но о том, как девушка печку бросила, почему не очень-то понятно. Отыграли, отыграли спектакль, все молодцы. Саша офигенно играл, пел, в общем, Миша, Антоша, Рома, всем спасибо, ура. Мы уже, в общем, вышли из театра, отыграли спектакль, а все было прекрасно, великолепно, вот, поэтому всем отличное настроение, слушайте джаз, слушайте хорошую музыку. Подписывайтесь на страницу Никиты Агафонова, на страницу Антона Слепченко. Да, и всего вам самого наилучшего. Вкусный джаз всегда с вами.